Всем привет, с вами Виваля Клауд, сейчас мы в вейп-шопе Vapetronic. И сейчас нам парни расскажут, почему вам стоит прийти сюда. И на это у них будет всего одна минута. Ну что, ребят, расскажите. Начинаем. Давайте расскажем, почему мы открыли вейп-шоп. Потому что когда я, Никита, Женя увлеклись этой культурой, это было в декабре, возможно, даже в октябре прошлого года, мы поняли то, что в Москве нет вейп-шопов, которые готовы принять наши деньги. Когда я хотел купить свой первый девайс, я пришел в один широко известный вейп-шоп. Широко хлопающие глазами девочки не смогли мне ничего продать. Я пришел во второй вейп-шоп, мне тоже не смогли ничего продать и не смогли меня отговорить от покупки мехмода, который мне был очень нужен как нулевому потребителю. Тем не менее, я нашел один маленький подвальчик, где все-таки удовлетворили мой вкус, но понял, что хорошие вейп-шопы должны быть широко представлены в городе. Поэтому мы открыли Vapetronic. В нашем Vapetronic добрые, лояльные продавцы, которые не только хлопают глазами, и которые не зазнаются и не могут послать вас нахрен, потому что вы чего-то не знаете. Они добрые и классные парни. В нашем вейп-шопе широчайший выбор жидкостей. Почему? Потому что мы не связаны эксклюзивами. Мы покупаем у тех оптовых поставщиков, которые нам нравятся, а не у тех, которые обязаны. Половина ассортимента нашего вейп-шопа приобретена у одного широко известного оптового поставщика. Вторая половина у другого. Мы никак не связаны и можем удовлетворить любой вкус. Мы популяризируем новые девайсы, новые дрипки, новые продукты и всегда открыты к дружбе с производителями замечательных жидкостей, которые мы ставим сначала на тест, а потом продаем тоннами и гекалитрами в стенах нашего вейп-шопа. Мы открыты напротив институтов. МАИ, пищевой институт, Строгановка, автодорожный институт. Мы находимся на пересечении Ленинградского шоссе и Волоколамки. Очень удобно. Трамвайная остановка, станция «Гидропроект». Вы поворачиваетесь назад, видите нашу вывеску, и добрые друзья Никита и Жека всегда встречают вас в любое время с 10 до 10 вечера.